Баррикады докатились до американского посольства. Но это уже не оппозиция, это киевляне, недовольные вмешательством в их жизнь извне. И строительный материал, коробки из-под бананов, не случайность. Это символическая баррикада из банановых ящиков, которая говорит о том, что Украина не банановая республика на самом деле. Это акция против иностранного вмешательства во внутренние дела Украины. Но несмотря на это, завтра в Киев приезжает помощница госсекретаря американских штатов Виктория Нуланд, а сегодня уже здесь глава всей европейской дипломатии Кэтрин Эштон. Но перед встречей с президентом Януковичем принципиально встреча с лидерами оппозиции. В партии регионов утверждают, это попытка расколоть страну. Первая, оранжевая, не удалась. Сегодня мы имеем тот же самый спектакль, то же самое давление, тот же самый Майдан другой вариации, более агрессивный, и то же самое прямое иностранное вмешательство к понуждению, к расколу страны, либо к началу гражданской войны. Тем более, что обещанная помощь, как проговорились в секретариате Кэтрин Эштон, это пока лишь только намерение. До денег, которых так ждали на Майдане, может не дойти. Знаете, что конкретного плана у Европы по Украине пока нет? Пока нет, но мы свой план будем разрабатывать. Майдан Незалежности – это уже давно не просто площадь. Здесь зарождалась революция в 2004-м, здесь же центр протеста и сейчас. Вот только нынешний Майдан – это уже почти самостоятельная сила со своей организацией и идеологией. Сотни людей живут здесь постоянно. Оккупированный центр Киева надо охранять. На закопченную от жареных покрышек территорию пускают только лишь самих майдановцев, медиков и по удостоверениям прессу. Долго намерены здесь стоять? Мы намерены здесь стоять до победы. Здесь, в самом центре, огромный портрет Бандеры. Сразу несколько пунктов питания и обогрева. И свои священники от Римско-католической церкви со Львова. Цель моего пребывания тут... Це найперша зміна цієї влади, яка є в Україні. Владельцы оккупированных магазинов позакрывали заведения. Те, кто рискнул остаться, прогорают. Их кормят, они там и питаются. Поэтому у нас нету ни выторга, ничего. Освобождать захваченные здания майдановцы не собираются, и троица оппозиционных лидеров им не указ. Вы скажете, Майдан, разойдитесь. Они разойдутся? Не Кличко руководит Майданом. Это люди, как... Нет людей, которые руководят Майданом. Есть люди, которые пришли, это протестное настроение. Между тем стали вскрываться факты обмана, якобы обиженных Беркутом активистах. МВД Украины разоблачила девушку Сашу, которая в одном из шоу жаловалась чуть ли не на пытки. Пришли, заломали, возили меня по 3-4 отделениям милиции, яких не принимали майдановцев. Там, где то есть один райотдел, так я не знаю, что принимаю всех. А вот теперь призналась, все придумала за обещанные кем-то 500 гривен. Говорит, ты не хочешь сняться на видео типа за гроши против Беркута? Сколько таких липовых похищений еще предстоит разбираться? Возмущенная же европейская общественность молчит. Евгений Рожков, Олег Дубинин, Михаил Девяткин, Андрей Сифоров и Сергей Довгаль. Вести из Киева. Ликвидацию последствий аварии на Горьковской железной дороге планируют завершить к завтрашнему утру.